Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 251, политика, Иоанна 10:8. «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». О ком говорит Спаситель? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ворами и разбойниками названы все, кто пытался увлечь за собой людей не по слову Божию. Вот главный определитель. И тут же Господь говорит, какое характерное качество воров, хотя бы они это и скрывали, и каков конечный их результат. Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Убить и бессмертную душу и отнять временную жизнь. Это те, кто приходит с именем Божиим на устах. И все делает для вящей, большей славы Божией. Главный лозунг иезуитов. Сегодняшние монархисты, казаки, все ратующие за единую самостийную Россию, насаждают юдофобию, богодержавие и другие лютости. Они абсолютно не сверяют свои слова и действия с написанным в Библии и ненавидят ее. Христос говорил о своих предшественниках, готовящих освободительное движение. Так что наши ура-патриоты ничего нового здесь не принесли. Самое малое отступление от заповедей Божиих несет в себе мину замедленного действия, которая взорвется в ближайшем будущем. Разбойники любят темноту и места, где можно скрыться, вертепы. Им нужны средства, и они идут на конкордат даже с самим дьяволом. Исайя 28, 15 и 18. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит». Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Этот союз Московской Патриархии с КПРФ, Коммунистической партией Российской Федерации, готовит новую кровавую баню и русскому народу, и самим священникам. Опомнитесь, прекратите безумствовать!